Подведение итогов летнего сезона, продление сроков дачной амнистии и другие тренды среди отдыхающих за городом. Теперь оформить права на неприватизированные ранее садовые участки можно будет до 1 января 2031 года. Приватизировать землю смогут даже члены ликвидированных СНТ. Еще одна из важных тем – изменение порядка приобретения в общую долевую собственность земельного участка. Мы договорились, 2/3 должно быть. То есть не просто большинство, не половина, а 2/3. И вот эта 2/3 норма, она внесена сейчас в закон. Поэтому если мы хотим изменить приобретение в нашу общую долевую собственность, 2/3 собственников должно проголосовать. Второе направление – безопасность. Следить за своей дачей стало правильным. Собственники стали устанавливать камеры видеонаблюдения не только на территории общего пользования, но и на своих участках. Среди трендов изменений на территории Одинцова я вижу несколько направлений, которые, уверен, станут трендом 2023-2024 года. Прежде всего, это изменение территории земель общего пользования, и дороги общего пользования приводятся в нормативный порядок, и высаживаются газоны на землях общего пользования. На территории крупных СНТ, у нас есть в раздорах ДСК «Новь», проходят ярмарки. Тренд в этом году – создавать новые современные садовые товарищества, отметил председатель Союза дачников Подмосковья. Кроме того, в числе знаковых и положительных показателей – миграция жителей за город и улучшение урожайности. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».